А вы с вами Юлий и... Славный друже Обломов. И сегодня мы собрались... Знаете, у нас было два варианта, что сделать. Либо бутерброд с сыром, либо запечь живую обезьяну в духовке. Прям с волосами совсем, но... Последний момент сорвалось. Да, к сожалению, обезьяна. Моргенштерн не смог приехать, поэтому мы будем делать бутерброды. Вот про что шутка. Я, короче, предлагал Хове с утра разные варианты. Один из вариантов был запекать что-то во фруктах. Такой, я говорю, вот в арбузе можно креветки запечь. Ну, такая хайповая штука. Можно, короче, в ананасе. Он такой, ананасе! Я такой, что такое? Он такой, ананас! Надо запечь в ананасе, короче. Я долго не допирал, что это шутка про этого рэпера, у которого прическа странная. Ладно, короче, сегодня мы будем делать сэндвич, основа которого это офигенный сыр и, собственно, бризаола. Вот это вот. Я думаю, стоит рассказать, что такое бризаола. Бризаола это что-то типа бастурмы, но абсолютно с другими специями. Она обычно сначала вымачивается в красном сухом вине. То есть она вымачивается с ягодами можжевельника, с чесноком, с розмарином, с тимьяном. И потом уже, после того, как она пару недель вымачивалась, она недели три потом высушивается. А есть такая колбаса, которая вымачивается в глутамате натрия. Я вот очень люблю такую специю. Я думаю, что почти в любой там Ашан, окей, ты зайдешь, и там все вымочено. А вот, кстати, нет, такое чувство, что некоторые, знаешь, жалеют глутамат натрия. Ты покупаешь дешевую колбасу, выглядит она супер там цветной, и ты думаешь, ну сейчас поем, будет вкусно. Я а в итоге... Все время меня поражает, когда люди зажимают глутамат натрия и пишут без глутамата натрия. Идиотизм, я хочу глутамат Положите натрия. Положите побольше, с ним вкуснее. Он не вреднее соли, куда вы зажали мой глутамат натрия. Или они, видимо, знаешь, про тех дурачков, которые думают, что это вредно. Ну да, очень проблемно. Ходишь, выбираешь специи, и там базилик, то все, пятое, десятое, но нет глутамата натрия. Вот очень хочется. Его, вот если бы он был, где, да, соль, сахар, глутамат натрия, я бы брал всегда. Угу. Потому что в борщ добавить, в мясо добавить, все становится вкуснее. В колбасу с глутаматом натрия. Да, и у нас есть вот такой вот сыр, который называется сыр грюйер. Грюйер. Я хочу как дуть. Сколько ты зарабатываешь, чтобы покупать такие сыры? Слушай, ну головка такого сыра, примерно вот такого размера, она может стоить около 400-600 евро. Вот, такой кусок, я не помню, в общем, это достаточно дорогой сыр, и его отличительная особенность в том, что он очень странно пахнет. Он очень... Но это пармезан. Нет, это нет? Не совсем пармезан, но что-то схожее. То есть это твердые сорта жирного сыра. И сейчас я дам тебе его понюхать, и ты скажешь, приятно ли он пахнет. Ну, я люблю резкие спойлер. Запахи сыра. Ну, ладно. Однажды я съел ногу своей бабушки. Корку нюхай, корку. Не очень, да? Это не резкий запах, это... Тошнотворный запах. Вот пахнет реально немытыми ногами. То есть не такими немытыми ногами, вкусными немытыми ногами. Но если вы любите полизать чьи-то ноги, ну бывает, может, у кого-то какие-то фетиши. Мы не осуждаем. Да, это невкусные немытые ноги. Короче, его фишка в том, что он обалденно сливочный и нежный, но корка пахнет, как будто кто-то напердел в носки. Да, напердел в носки и, я не знаю, трахнул эти носки перед этим. Жестко слишком. Да, но как бы вот этот весь запах, он окупается тем, что мы корку срежем. Некоторые вот эту корку прям вот так вот едят. Но это не наш вариант, наверное. То есть любое сверху, как сказать, напыление. Ну вообще, знаешь, скамбли, извини, что перебью. После того, как мы ели просроченный сюрстреминг, не так страшно. Как вообще сюрстреминг может быть просроченный? Он же ферментируется. Ну, у нас все, что было, это кости и густая жижа. Мяса не было, мы кожу то ели. То есть оно разошлось. Мы жевали, да, мы жевали кожу с костями такие, ну, наверное, это сюрстреминг. Слушай, я ел сюрстреминг, но там еще рыбки были. То есть мы... Да, у нас он тоже был просроченный. Ну да, но такие, что там еще рыбки были, и мы их промыли со сметаной, с луком, было нормально. Промыли даже? Не, Я видел людей, которые вот это пьют жижу, я такой... Не, пить мы не стали, но вот когда ели... Знаешь, с хлебом, если вот закрыть глаза на этот запах, когда ты к нему привыкаешь, есть что-то да, вкусное. Да, если вот этот бульоном особо не дышать, то в нем есть пикантная какая-то особенность. Я вот вспоминаю и... Молочный коктейль с этой штукой сделать. Я думаю, знаешь, свернется и позеленеет, как в мультиках, просто с комками такими. Еще одна особенность. Мы в данном рецепте сами сделаем масло. Вот. О, мы сделаем это из очень жирных сливок или очень-очень жирных сливок? 35%. Это очень жирные сливки, 35% это мощно. Они такие вкусные, когда пьешь, прям хочется они пить. Они сами как пить. Масло практически. Да. Для этого нам понадобится, собственно, две пачки сливок. Открываю ножик, откроем сливки. Вот. Это как бы не реклама, но из этих типа масла у меня уже получалось, а я покупал сливки, которые были сливки для соусов, и, короче, 2 часа вот эта фигня работала, ничего не взбилось. Да? Я не знаю, от чего зависит, может, в комментах напишут, фиг его знает. То есть ты знаешь,
Ну, я знаю, что из этих получается, а я взял 30, это 35%. О, вы посмотрите, я срезал уголок, вы посмотрите на эти сливки, видите? Видите? Так ты покажи, выдавливай. Погоди, это... Сливочный маньяк. Погоди, это очень вкусно. Классно. Я, наверное, куплю домой такую пачку и просто ее сожру. Да, но самое офигенное, это то, что из этих сливок получается настоящее домашнее масло. Я сделал один раз просто по приколу, знаешь, проэкспериментировал. Они уже на вкус как масло, очень вкусно. И с тех пор я вот только делаю себе масло из сливок. Это достаточно дорого получается, но вот покупное масло, оно даже не близко. Оно нам нужно по факту, чтобы булочку поджарить, да? То есть нам не нужно на самом деле много масла, на черт подери. Так, давай я пока сюда поставлю. Просто... Чувак, ты вроде там спортом занимаешься, худеешь, не, да, или все уже? Ну, сейчас этот, чит-дэй. Чит-дэй, чит-вик. Чит-вик, да. Чит-мант. Так, вот это тоже надо взбивать. Закрываем. И, собственно, просто взбиваем где-то минут 15, и бэм. Ну, смотри, здесь в взбивании масла есть одна особенность. Сначала сливки взобьются до острых пиков, знаешь, когда они как пенка такая. Угу. А потом они буквально за 30 секунд превращаются в масло. То есть все оседает? Да, и... превращаются в воду и масло. И эту воду начинает разбрызгивать вот так вот по всей квартире. Поэтому нужно смотреть вот так. Как только начинает превращаться в масло, скорость поменьше. Ну, то есть на взбивании большая скорость, но как только ты видишь, начинает появляться масло, нужно медленнее, иначе там все будет вот так вот разлетаться. А у нас небольшой перерыв, а вы сейчас посмотрите на таймлапсике, как взбивается масло. И вот прошло 15-20 минут, и у нас получился прекрасный, вкуснейший, нежнейший кусок масла. Я уже успел отломить кусочек. Это, наверное, самое сливочное масло, которое я пробовал. Да? Теперь мы просто его остужаем в ледяной воде. Вот это, собственно, воду отслоившуюся можно слить. Получается действительно очень дорогое масло. Но, блин, оно того... То есть ты не можешь купить такое в магазе. Ну да, но только что мы посчитали, получается 400 рублей за упаковку. Масло. Да. Ну, да, такую большую достаточно упаковку. Вот, да, ты делаешь масло, которое просто в два раза дороже магазинного, но и во столько же раз вкуснее, скажем так. Так, маслица это... Мы на самом деле извратились, то есть нам это маслица нужно, чтобы просто, знаешь, булочку смазать и поджарить. Но почему бы не показать зрителям, что это можно сделать? Ну, на будущее. Теперь мы займемся следующим этапом. Это... Мы будем месить тесто, выращивать огурцы, засаливать их. Этот ролик продлится всего 5 лет, как бы. Мы сначала за поле засадить, да, знаешь, да, потом да, это да, все да, муку да, нужно да. сделать. Может, несколько миллионов лет уйдет на то, чтобы, знаешь, дрожжи, новую культуру дрожжей сделать. Я не знаю, мы не вечные, поэтому давай немножко ускоримся. Следующее – это салат. Фишка вот в чем, смотри. Сэндвич будет супер жирным, хрустящим, ароматным. В него, в принципе, класть какие-то овощи, какую-то воду, там помидоры. Оно размякнет. Оно размякнет. Как гранд-чизбургер. Но если делаешь это дома, то есть один небольшой трикс. Ты делаешь что-то типа коулслоу отдельно, и если хочешь, в него макаешь сэндвич и откусываешь. Что? Во что макаешь? Коулслоу, знаешь, что это такое? Ну, типа салат с соусом, грубо говоря. Да. Типа как сальса. Ну да, да, типа того. То есть сейчас мы его и сделаем. Я думаю, несложно. Как ты мне сказал, я просто сделаю из него кашу, эту часть я отрежу. Ты можешь вот так ударить и вынуть из него... В смысле ударить? Ну, типа ты берешь вот так, смотри, у него вот здесь такая жесткая херобаза. Да. Берешь вот так и типа вот это вырываешь. А, это не капуста, это салат. Это айсберг, да. Верхние листы я снял, потому что на них там могут быть жуки, пауки. Вот, и нужно... Это белок. Ну да. Я все-таки корку срежу. Я понимаю, что кто-то сочтет это... кощунством. Но если вы так жалеете, те люди, которые любят эту корку, можете просто понюхать свои носки, поносив их перед этим неделю. Вот она прям, да, каждый раз ты думаешь, ну я привык, понюхаю еще раз и... Нет, блин, оно воняет уже. Как будто кто-то сдох, и ты ему рот так открываешь, простите, люди, которые кушают, ты ему рот открываешь и такой... Что он ел последний раз? Да, а, носки! Носки жрал. Хороший парень. Не, это, короче, жесть полная. Но зато сам по себе сыр офигенный. Вот. Так, а как теперь из этого кашу сделать? Надо было сразу накрезать. Да? Ничего, я сделаю из этого кашу. Нормально. Так. О, например, попробуй кусочек. Не обрежься только. Что, это сырок? Да, просто кусочек сыра попробуй. Не вдыхая носки. Грубо говоря. Очень похож на пармезан, но вот с привкусом... Но он нежнее и жирнее. Пармезан прям крошится такой.
с привкусом вот корочки небольшим. Сейчас мы делаем нашу подливу, в которую мы будем макать. Можно добавлять соленые или маринованные огурчики, можно не добавлять. Я бы добавил, ты как? Я уже взял их, я добавлю. Трем на супер мелкой терочке, оно даст такую пикантность нам. А у тебя какой вообще любимый бургер в Макдаке? Я обычно беру МакЧикен и двойной чизбургер. И тебе типа этого хватает? Ну и картошку. Ну, картошку, крылышки, наггетсы или креветку, что-то такое. И, в принципе, да, да, хватает. Креветки, кстати, офигенные. Креветки были когда-то сезонным блюдом, но потом они всем понравились и их решили оставить. А вот раньше был еще какой-то бургер куриный, там тоже была куриная котлета и бекон. Я не помню, они все время по-разному называют все. Это было очень вкусно. Сейчас его, к сожалению, нету. Он был, знаешь, по размеру как какой-нибудь Биг Тейсти. МакБейкон, по-моему, назывался. Как? МакБейкон. Может быть, может быть. Слушай, а нужен весь салат или этой каши, в принципе, должно хватить? Ну, да, типа должно хватить. То есть ты как бы... А, вот ты как делаешь. Ну, да. То есть я как бы прохожусь один раз, но потом мне приходится вот так крошить. То есть потом я эти палочки могу чисто... повернуть вот так, и сделать вот так, на труху. Лайфхак. Ой, газики в нос ударили. Нормально. Так, а теперь давай добавляем. Ну, мы же для себя делаем, что нам, ну, тут выеживаться. Сюда мы добавляем огурчики. Огурчики. Да, отлично. Шикарно. И теперь бери ложку и добавляй туда майонез. Мы берем супер крутой майонез, ну ты попробовал, хороший майонез, да? Очень вкусный, кисленький, чем-то Махеев напоминает. Ну, типа на перепелиных яйцах, да, все дела. Что, весь его бахаем? Не-не-не, начинай помаленечку добавлять. Сейчас сколько помаленечку? Пару столовых ложек для начала. Угу. Немножко вот так горчички. Да. Чтобы остановиться на определенной консистенции, да? И все да, ну смотри, должна быть консистенция такая, что вот мы поджарим багет, чтобы мы его вот так, ты мог чуть-чуть зачерпнуть, густая оставалась такая штуковина. Я думаю, стоит еще один добавить. Да, да, да. Ну, тут достаточно много у нас салата. Так. И прям этой ложкой? Да, конечно. Можно. Ты еще какой-то соус доставал, рыбный какой-то. Немножко соевого, немножко рыбного соуса для пикантности. Рыбный соус пахнет... рыбы. Ну так себе, рыбный, да-да-да. Тоже какими-то носками, но... Не, как будто кто-то жарил рыбу, и вот масло осталось. Но вкусно пахнет. Да. И можно добавить, не можно, а нужно, добавить оливковое масло и свежемолотого перца. Оливочка ливанем. Я думаю, можно еще мазика, чтобы такая паста была. Так, для этого нужна, наверное, чистая ложка. Да греби это, либо вон ложка валяется. Вообще пофиг. Я пока... Слушай, ну уже выглядит очень вкусно. Можно даже ничего не делать с хлебом, а просто все это в прикуску жрать. Ты понимаешь, это одно из таких кулинарных читерств, когда ты берешь просто все вкусные ингредиенты, у тебя не может получиться никакая лажа. Вкусная на вкус. Да, ну то есть ты... Мы не можем, мы ничего такого не взяли, чтобы облажаться, и это было ужасно. Ну мы взяли сыр с запахом очень специфичным. Да, только его. Чудо-сыр. Попробуй. Может, что-то не хватает. Горчички добавить. Такая пикантная должна быть штучка. Соли, возможно. Не, он достаточно соленый из-за соевого соуса. Ну, подсолить чуть-чуть, да. Ну, мне кажется, не хватает чего-то более ядреного, типа майонеза и горчицы. Хотя он достаточно жидкий. Вот именно вкуса хочется. Хорошо. Такого. Я могу добавить еще горчицы. Можно остроты добавить. Вот это интересно. Можно добавить остроты. У меня есть... всякая лютая хрень, но мы добавим срирачу, потому что она самая ароматная. Чуть-чуть майонеза. Вот так, замешай еще. Да ты прирожденный кулинар. На батл с шефом Гридиным. Чтобы от кухни ничего не осталось. Ну да. Это будет батл Юлика с шефом Гридиным, будет как, знаешь, там битва какая-нибудь титанов, которая поглощает просто планеты ближайшие. Так, мне нравится, попробуем. Давай. Может, ты еще какой-то вкус хочешь здесь увидеть? Более чем. Фишка в том, что оно пикантненькое, кисленькое, остренькое, но если мы еще что-то добавим, мы перебьем вкус сыра, никакой бризаола, никакого сыра у нас нет. То есть есть такая водянистость небольшая, но она должна быть, да? Да, ну типа вот такая как...
Не знаю. Ну, вкусно. Это правда. Окей. Займемся остальным и, собственно, основным. Сейчас, я так понимаю, тоже все просто. Мы режем хлеб, трем сыр, нарезаем сыр, мажем маслом, румяним булочки свои. Гейская шутка. Так, а сыр просто накрошить, неважно как? Ты можешь его потереть, можешь его нарезать, накрошить. Вот это не так важно. Я пока возьму... Наше чудо. Сколько нам сыра нужно? Нам нужно, чтобы полить... Стандартная вот этот пенсия в России или как 10 стипендий сделать? А что за налет вот на сыре остается? Ты говоришь, его нужно счищать. Это... Я так понимаю, что это, собственно, то, что ферментирует сыр. Бактерии всякие, да, прочее. Да, всякого рода. А я слышал, что сыр с... О, господи. Yeah. Как-то хорошо. Я слышал, что сыр с опарышами, с личинками, он незаконный, вроде как. Он незаконный, потому что на самом деле этих опарышей, там это не опарыш. Останови меня, если что. Нормально, оно усядет очень сильно. Да? Это не опарыши, там личинки каких-то мух, по-моему, и они типа могут в глаза тебе прыгнуть, и, короче, поселиться у тебя в глазах. То есть так ты их, в принципе, как бы их есть можно. Ну, как сказать, можно, не нужно, но можно. Продавать и перевозить нельзя. Ну да, я думаю, что это просто опасный продукт из серии, что тебе прыгнет личинка в глаз, и все будет очень плохо. Я думаю, это можно, наверное, достаточно для одной булочки. Вот столько сыра получилось. Ну, я думаю, да, полить. Хотя я бы еще чуть-чуть. Я просто очень сильно расплавился. Еще чуть-чуть. Много не мало, у нас же вот тут вот. Я вот так задам корочку, а потом мы чуть-чуть... Все очень сливочно. Подсушим ее. Тогда сыр-то сам по себе офигенный. Да. Вот. Я где-то читал, что сыр как наркотик работает для человека. Что-то там как-то так... О, господи, это так аппетитно выглядит. Ну, так еще с домашним маслицем. Много вопросов. Сыр, да, к сыру привыкаешь, и потом хочется больше и больше сыра. Угу. Я вот на чеддер подсел. Мы забрызгали маслом объективы. Просто ставлю в духовку? Да, просто ставь. У нас 250 градусов и верхний жар. А я пока дожарю вторую булочку. Вот так вот. А не бывает перри-перри? Я вот видел, вы с Юрой делаете такие сложные бутеры, типа там прям много-много всего, когда вы пытаетесь очень дорого сделать. Нет такого, что одно перебивает вкус другого, и ты по итогу ешь, ну там, просто сыр когда, или просто краба. Когда слишком много ингредиентов, это, конечно, такой кликбейт из серии «все мы добавим», но там нужно представлять, насколько мой, например, ветчины можно побольше, а если у тебя какой-то супер острый бекон, то его поменьше, то есть чтобы оно как бы сочеталось. Жить можно. Это можно просто с маслом есть. Да, вот это вот вообще ноль вопросов. Оп, с маслицем. Так, допрожариваем и ждем, пока расплавится сыр. Слушай, а у тебя были на канале ролики, где ты что-то сладкое готовишь? Я что-то не помню. Очень таких. Мало. Блинный торт был, эклеры были. О, блинный торт звучит классно. Блинный торт. Ну, долго делать. Я, короче, каждый слой это блин. Ты блин промазал. И это очень долго. Но его повторяют люди, он очень вкусный, да. То есть там... искусство сладкого – это вообще одно из самых тонких вообще, что бывает. Почему? Вот кусок мяса, если ты зажариваешь, ты даже если чуть-чуть пересушишь, типа, ну ладно, я пересушил, но я сделаю соус. Или там не доделал говядину, ой, medium rare она будет, типа, окей, с кровью, предположим. Ее тоже можно есть. Или можно доделать, да? Малейшее несоответствие в рецептуре сладкого – это просто у тебя крем там комами какими-то выходит, комками. Ну, вкусными вот. Все равно. Не, я бы не сказал. У тебя может что-то отслоиться, отворожиться, и очень много там та же выпечка. У тебя вот ты берешь тесто, и оно у тебя просто не всходит. Ты такой, почему? Я не знаю, Венера вошла в созвездие чего-то, и у тебя вместо пышного пирога получился блин какой-то горелый. Ты такой, почему? Я все сделал по рецептуре. А вот, очень часто встречается, что профессиональные повара, знаешь, там всякие шоумены, они в своих книгах расписывают рецепты для профессионального оборудования. То есть у него 300 градусов в духовке. Это не то же самое, что у тебя 300 градусов в духовке. Почему? Домашний. Неровно держит?
неровно держит, неправильно термометр у тебя работает, у тебя, значит, обдув идет не по всему пространству, оно ты там нужно, например, выпекать при 280 градусах, да? Ты ставишь туда, и у тебя там температура до 150 падает, а у него не падает, потому что у него там херач, потому что у него духовка 1 000 000 рублей стоит, понимаешь? А пишет, ну, он, купите духовку на 1 000 000 рублей, если хотите выпекать пышки. Мне кажется, жить можно. Вот так. Замечательно. Ждем, пока сыр расплавится. А пока что мы можем сюда мясо накрошить или как-то, или что с ним делается? Можно, 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 вполне себе. Соуса в нем самом не будет, то есть мясо, сыр и в соус мы макаем, да? Можно добавлять соус, но я предпочитаю макать. Особенно если дома делаешь, у тебя там все, все нормально, почему бы и нет. Сюда можно, конечно, добавить еще там сирачи какой-нибудь, еще раз смазать это маслом, никто не мешает. Что, просто выкладываем? Да, да, просто выкладываем. Складывать или... Да, наверное, можно как-нибудь слоем. Сюда может идти что угодно. У нас, например, есть еще этот, короче, ветчина всякого рода, курадо. Окорок, курадо. Вот, можно ее использовать. А, давайте используем. Сыровяленый окорок. Санкционочка, да. Знаешь, это Subway для тех, кто старается. Я люблю Subway, но... Это выглядит все-таки поаппетитнее, чем Subway. Ну, представляешь, приходишь в Subway и говоришь: а можете мне, пожалуйста, маслом булочку промазать и обжарить ее? Да, но это сами сделали. Но только на огне. И только сами взбейте масло еще. Устраиваешь, да, истерику, они все-таки соглашаются, и в конце, когда они все это делают, ты такой: ну, масло вы же, конечно, сами делали, да? Это не покупное. А еще говорят, я зажрался. Ну, к тебе ездить можно быстро зажраться или такие блюда готовить. У нас 2 бутерброда и раскаленный жир в виде сыра. И сейчас, да, наверное, лучше ты лей. Ты аккуратный. Не просто осень. Давай поднимем, чтобы в камеру, чтобы немножко экшена было, немножко страшно было. Ну, так, знаешь, с тобой можно в разведку идти. Пальцы? Так, нам нужно... Но если ты попадешь мне на пальцы, придется их сожрать, потому что это будет... Это очень, будет очень вкусно. Очень вкусно. Уже, знаешь, вот желудок начинает сводить, когда ты видишь что-то вкусное, и ты голодный. Есть такое дело. Ну, это балдежно. Дверчик. Тут нечего говорить, блюдо готово, оно выглядит очень вкусно. Думаю, его нужно разрезать, приступить к дегустации и... Мы вынуждены его разрезать. Да, и высказаться о том... Как кондициях. Не хватает вот этого, да. Да. Но сыр очень вкусный. И чуть-чуть ради пикантности. Ну, это вам не Subway. Я бы, может, по помидорке маленькой, тоненькой добавил, и было бы вообще идеально. Да, либо их в последний момент положить куда-то вот. Ну, так очень вкусно. Сочетание ультра жирного сыра, ультра сливочного и бризаолы и окорока. И хлебушек хрустит. Ну, конечно, мы могли бы и обычным маслом смазать, но почему не сделать собственное? Очень-очень хорошо все. Вот это, собственно, рецепт. Он, конечно, стоит достаточно много денег, сыр дорогой, и ветчины все эти, бризаолы. В случае чего используйте колбасу с глутаматом натрия, она тоже очень вкусная. Но побольше сыпаните глутамата натрия, само собой, чтобы было вкусно. А с вами был Юлик. И славный Дружа Обломов. Нужно ставить пальцы вверх. Обязательно нужно подписываться на наши каналы, переходить на канал Коллегу, там тоже будет ролик. Да, у нас будет ролик Оллис против 2 берегов, он уже вышел, наверное. Ну и там 1 000 000 лайков с вас, и будет живая обезьяна, это не точно. Не, это точно, если будет 1 000 000 лайков, я найду живую обезьяну, и мы ее сожрем. Да. Собственно, ставьте пальцы вверх, всем пока. До свидания.